Саламатсыздар ма, құрметті отандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я начинаю свой очередной прямой эфир. Мы вчера обсуждали программы демократических выборов Казахстана, сравнивали с тем, что озвучивает Нурсултан Назарбаев, особенно то, что он озвучил именно 5 октября в своем так называемом послании народу Казахстана. Вчера после проведения прямого эфира я обнаружил, что была атака, судя по всему. Она меня, скажем так, несколько удивила, потому что качество звука на Фейсбуке было искажено. В Ютубе видео было приостановлено, хотя голосовая была нормально слышно. И то же самое было в Инстаграм. Это такого рода действия, они происходят регулярно, поэтому я, конечно, буду реагировать. Сегодня мы немного изменили подход по трансляции. Посмотрим, что будет по итогам выбора сегодняшнего. Вот. Что я хотел бы сегодня обсудить в эфире? Я вчера говорил, что в сегодняшнем прямом эфире я объясню, для чего Назарбаев делает те иные движения. Ну, в частности, например, 5 октября. Это разве было послание? Послание, у него формат совершенно другой. Это было собрание акимов, министров и других чиновников, приближенных к Ак-Орде. Цель Назарбаева была вчера продемонстрировать, что он крутой, сильный. В зале даже была его неофициальная жена Асили Сабаева, которая на 40 лет младше его. И он нам всем хотел продемонстрировать, что хотя Назарбаеву более 78 лет, что он еще ого-го, он крутой. И он во все вникает, все знает, как я вчера озвучил. На самом деле вчера эфир 5 октября явился просто его саморазоблачением, разоблачением этого режима. Он сам озвучил, что акимы, правительство не работает, что в стране тотальная коррупция, что повсеместные взятки, что если с министров, с акимов снять импортную одежду, они останутся голыми в зале. И он озвучил такую фразу, что пора уже повернуться к отечественному товаропроизводителю, пора повернуться к народу. Человек рулит страной 29 лет и через 29 лет говорит, что пора уже повернуться. А что случилось? Почему вдруг пора стала на 29-м году управления страной, а предыдущие 29 лет он плевал на интересы народа? Я вчера озвучил, что это связано с тем, что он напуган и обеспокоен с активной деятельностью демократических выборов Казахстана, с повсеместной агитацией, разоблачением этой власти и объяснением сути силы народа, его власти над этой верхушкой самого Назарбаева и его приближенных. То есть какая должна быть власть, какая должна быть страна. И чем больше мы агитируем, выпускаем различные ролики, выходим в прямые эфиры, тем больше мы разоблачаем этот режим и объясняем, что должны делать граждане Казахстана, чтобы изменить ситуацию и добиться смены режима, построить нормальное демократическое государство. Собственно, это очень сильно пугает Нурсултана Назарбаева. Мне многие комментаторы пишут в Инстаграме, в Фейсбуке, пора действовать. Так было в прошлом году. Мы, как демократическая политическая организация, оппонирующие режимы, действовали. Мы проводили и проводим всемирную агитацию. Мы в этом году назначили 3 даты митинга. Первый 10 мая успешно прошел, а 23 июня 6 июля был придавлен властью, потому что все площади, там где предполагалось проведение митингов, были заблокированы силовыми органами. Когда одному из таких комментаторов я обратился, а что вы имеете в виду, когда говорите пора действовать, вы сами вообще были, действовали? Он сказал, да, я 10 мая был на митинге, меня задержали на 3 суток, но я хотел бы, чтобы вы могли нас вытащить, чтобы вы могли нас спасти, чтобы вверху власти были люди, которые решат наши проблемы. Я откомментировал очень просто. Вы, наверное, думаете, что там,
где-то сверху должен сидеть Бог, решать ваши проблемы? Или вы думаете о Бэтмене, что я Бэтмен? Нет, я такой же человек, как вы все. И Бэтменом является сам народ. Силой является именно объединенный народ. Я вчера приводил пример, когда в маленьком Ингушетии, где всего живет 300 тысяч человек, на площади вышло более 30 тысяч человек, и ОМОН фактически перешел на сторону народа. И какая была, не была сильная центральная власть в лице Путина, у них танки, самолеты и все прочее, они ничего не могут сделать с объединившим народом. Именно то, чего мы добиваемся. Объединение народа, чтобы добиться смены режима. Теперь я хочу объяснить, чего же добивается Нурсултан Назарбаев. Как вы все знаете, Нурсултан Назарбаев 78 лет. Вы видели его неофициальную супругу Асель Изабаеву, бывшую мисс Астана, год рождения 80-го года. У них с Назарбаевым двое детей. Старшему сыну 13 лет и младшему на 4 года меньше. Нурсултан Назарбаев прекрасно понимает, что он находится в таком возрасте, когда человек может уйти в иной мир совершенно неожиданно, как было с Исламом Каримовым, президентом Узбекистана. И фактически все капиталы семьи Каримова, они сейчас в большей степени конфискованы этой политической верхушкой во главе с Мирзиаем, который пришел к власти. Не прошло и года, как память Ислама Каримова выкорчевывается, запрещено его имя упоминать на телевидении, из библиотек уничтожаются его книги. И Назарбаев прекрасно понимает, что так будет с памятью, связанной с первым президентом, именно Назарбаевым. Но это полбеды. Проблема в том, что он прекрасно понимает, что капиталы его членов семьи, детей, внуков и так далее, будут конфискованы. И где бы ни находились члены его семьи, они будут преследоваться, пусть даже как бы преемником в лице Карима Масимова, любого другого человека. Поэтому он своему ближайшему окружению не доверяет и хочет эту власть передать по наследству членам своей семьи. Сейчас ему, его старшему сыну от последней неофициальной жены 13 лет. И очевидно, что для того, чтобы передать власть этому старшему сыну, которому 13 лет, ему нужно находиться у власти еще как минимум 20 лет. То есть фактически ему нужно находиться в здравии, быть сильным почти до 100 лет. Ну, как вы понимаете, как бы он о себе не думал много, он в это не верит. Поэтому у него нет вариантов, как сформировать такую политическую конструкцию, которая позволила бы каким-то образом передать власть членам его семьи. И как можно больше самому находиться у власти, собственно, как Роберт Мугабе находился у власти до 93 лет. И только тогда, когда вооруженные силы его свергли, он потерял власть. Вот, собственно, вот в чем причина всех конституционных изменений, всех политических изменений, преобразований и так далее. Теперь я хотел бы рассказать природу и причины всех последних преобразований, которые он делает, и которые произойдут в будущем. То есть мы прекрасно понимаем, что цель Нурсултана Назарбаева – передать власть членам его семьи, если с ним случатся какие-то неожиданные обстоятельства, и он уйдет в мир иной. Но кому же он может передать власть из членов своей семьи? Ну, взятие Тимура Кулибаева, очевидно, он не передаст. Взять Тимур Кулибаев, он имеет кучу подруг, известный вот Гога Ашкенази, и таких у него Гога Ашкенази там сотни. Поэтому, когда Тимур Кулибаев придет к власти, то понятно, что участь его членов семьи будет незавидная. И, соответственно, он не пользуется доверием Нурсултана Назарбаева. Собственно, как произошло с его первым зятем Рахатом Алиевым, который был при власти, контролировал спецслужбы страны. И в 2001 году вместе с Дарьей Назарбаевой задумал фактически осуществить переворот и прийти к власти вместе с Дарьей Назарбаевой. Такое бывает. В мире таких случаев много.
когда в авторитарной системе именно члены семьи неожиданно осуществить переворот приходят к власти. Можно зайти в интернет и таких примеров найти множество. Что называется, получается, Назарбаев как бы в некой ловушке. Окружению он доверять не может. Члены семьи, оказывается, как показывает мировой опыт, тоже могут его кинуть. Ну и тем более, если члены семьи, от первой семьи, от царя Алпысова, придут к власти, то очень плохая будет ситуация с последней семьей Нурсултана Назарбаева. Я хочу напомнить, что капитал Нурсултана Назарбаева оценивается стоимость минимум 200 миллиардов долларов. При этом это только капитал самого Нурсултана Назарбаева. Я не говорю о капиталах Дарьи Назарбаевой, Тимура Кулебаева, Динары Назарбаевой, его второй дочери, третьей его дочери, всех его близких родственников, брата Булата Назарбаева. Все они мультимиллиардеры. При этом каждый из них никогда не работал на бизнесе. Они или занимали государственные посты, или были, скажем, сидели дома фактически, нигде не работая, и занимали те или иные посты в бизнесе только там, где их встраивал Нурсултан Назарбаев. Поэтому очевидно, что они, каждый сам по себе, ничего из себя не представляет, но при этом является мультимиллиардерами. И вот пример, как в Туркмении, когда Туркменбаши неожиданно умер, и все богатства страны перешли к его, по сути дела, такому принудительному преемнику под именем сейчас Великий Аркадак, где сейчас то же самое происходит, но теперь молятся не на Туркменбаши, а на Аркадага. Или в Узбекистане пришел Мирзияев. Ну, в общем, таких примеров очень много. И поэтому Нурсултан Назарбаев вынужден готовить преемницу из числа членов своей семьи Дарьгу Назарбаеву. Теперь давайте посмотрим, сможет ли это он, во-первых, сделать, и вообще, какие последствия ожидают самого Назарбаева и членов его семьи. Я имею в виду сейчас в большей степени третью его семью. Ну, я могу со счета сбиться, она может быть даже десятая. Но я буду говорить о неофициальной его жене, о Сере Сабаевой и двоих его сыновьях. Так, собственно, стоит задача передать эти капиталы, порядка 200 миллиардов долларов, Асели Сабаева и двум его детям, сыновьям. Очевидно, что если Дарига Назарбаева сейчас станет президентом страны, если он Дариге Назарбаева отдаст всю власть в стране, сам отойдет в сторону, дело закончится тем, что Дарига просто расправится с его последней семьей, отберет все капиталы. Ну, конечно, трогать Назарбаева она не будет, но он будет бродить среди своих бывших приближенных, как король Лир по Шекспиру, и плакать и жаловаться, что дети его бросили. Но это не первый раз, Нурсултан Абишевич. Такое у вас было в 2001 году и с Дарьгой, и с Рахатом, когда вы в итоге, ожидая государственный переворот, фактически потом отправили ссылку в Вену в 2001 году Рахата Алиева, где вы же его и уничтожили, убили в австрийской тюрьме, когда все ваши попытки его экстрадировать в Казахстан закончились безуспешно. Поэтому, собственно, вот сейчас он находится в такой ситуации, когда он планирует назначить Дарьгу, но сделать так, чтобы при его жизни все силовые структуры подчинялись ему и дали определенную безопасность. Теперь давайте посмотрим, каким образом он будет это осуществлять. Очень серьезная фигура, которая серьезно претендовала на власть и претендует, является Карим Асимов. Он сейчас является главой спецслужб Казахстана. Если бы он был премьер-министром, как он до этого был, и с Назарбаевым вдруг случилась бы такая неожиданность, и он бы ушел в мир иной, то Карим Асимов повторил бы такие же действия, как Мирзияев, а Мирзияев был премьер-министром в Узбекистане, сумел отодвинуть председателя Сената, Нижней палаты и возглавить страну. Поэтому очевидно, что с этой цели Карим Асимов был переведен на должность председателя Комитета национальной безопасности. А премьер-министром был назначен пару лет назад
Бахчан Сагынтаев, который, как известно, не амбициозный, и он не претендует на власть. Вы меня спросите, а зачем Назарбаев, дорогие, такую сложную конструкцию строит? Почему он не назначит сразу ее председателем Сената, как, собственно, произошло Касым-Жомарт Токаев, как я его называю, мебель, которую передвигает на одно место, он стоит, в другое место передвигает, он опять стоит. Его назначали госсекретарем, министром иностранных дел, премьер-министром. Его отправили в ООН, замом генерального секретаря ООН. И он нигде никак себя не проявляет, это просто мебель. И, конечно, ничего не стоило Назарбаеву спокойно передвинуть Касым-Жомарта Токаева и поставить на должность председателя Сената Дарибу Назарбаеву. Собственно, она сейчас возглавляет комитет по международным отношениям, там, по обороне и все прочее. И это возможно сделать, но если силовые структуры не поддержат председателя Сената, то будет ситуация, как в Узбекистане, когда председатель Сената в Узбекистане после смерти Ислама Каримова отказался от власти. То есть фактически он понимал, что если он не откажется, его просто нынешний премьер-министр Мирзиёев его просто посадит. И поэтому ясно, что если Дарига будет председателем Сената, если она не будет управлять силовыми структурами, то под дулом пистолета она сдаст власть тому, кто рулит страной. А рулит страной или премьер-министр, который имеет влияние на руководителей силовых структур, или глава спецслужб, как в данной ситуации главой спецслужб является Карим Масимов. Вот, получается, что назначив ее председателем Сената, Назарбаев не достиг бы этой цели. Ну хорошо, если бы он назначил бы опять ее премьер-министром, то перед ней по Конституции находится председатель Сената, председатель Мажилиса. Премьер-министр считается в иерархии четвертым человеком в государстве. Поэтому ей пришлось бы на пути к власти преодолевать сопротивление председателя Мажилиса, председателя Сената. Как вы понимаете, Дарига не в состоянии бороться, она только назначалась на те или иные должности, она не умеет что-либо делать, по сути сидела дома, как бы руководила хабаром за счет государственных денег, то есть ничего сама в жизни не добилась. И очевидно, что назначение на должность премьер-министра, на председателя Сената ничего ей не даст. Значит, Умсултан Назарбаева, замысел простой, назначит ее президентом. Все его приготовления именно говорят именно об этом. При этом он, имея статус первого президента страны, лидера нации, находясь над президентом, имея должность председателя Совета национальной безопасности, контролируя все силовые структуры страны, фактически остается де-факто первым лицом государства. И когда завтра он неожиданно умирает, должность первого президента умирает вместе с ним, должность главы Совета национальной безопасности умирает вместе с ним. И тогда Дарига начинает рулить страной. Вот давайте проанализируем, что в этом случае будет, если Назарбаев умрет. Первое. Она немедленно конфискует все активы у его последней семьи, Асели Сабаева. Немедленно. 200 миллиардов долларов просто перекочуют в ее карман. Она не позволит, чтобы третья неофициальная жена была богаче ее, человека, который фактически возглавит государство страны. Государство. Первое. Второе. Она будет уничтожать тех врагов, которые мешали ей прийти к власти. Вот давайте мы сейчас проанализируем, кто будет похоронен вместе с Назарбаевым. Помните, когда фараоны умирали, рядом с фараоном клали рядом его коня, убивали слуг, чтобы там, на том ином свете, он ездил на этой лошади, и его слуги сопровождали. Вот одна из жертв будет генерал Касымов. Вы обратили внимание, что 5 октября, когда Назарбаев озвучивал свое послание к народу, он сказал, что Касымов отличный полицейский, порядочный, он ему доверяет. Таким образом, он подтвердил, что этот жанаузенский мясник, который открыто заявил, что мы будем стрелять тех людей, которые будут выходить на протесты, именно про Жанетян говорил,
Он, получается, этого преступника прикрыл. О чем это говорит? Это ясно говорит, что все приказы по расстрелу жаназенцев давал лично Нурсултан Назарбаев именно главе Министерства внутренних дел Касымову. Именно поэтому он его защищает. Это первое. И более важным является то, что в 2001 году, когда Рахат Алиев был обвинен в попытке государственного переворота, захвате власти вместе с Дарьей Назарбаевой, именно в тот период ГУВД Алматы возглавлял нынешний глава Министерства внутренних дел Касымов. Именно он вместе с заместителем начальника охраны президента Шабдарбаевым осуществлял захват телецентров, захватывал канал КТК, который контролировала Дарига Назарбаева вместе с Рахатом Алиевым. Именно они фактически начали арестовывать людей Рахата Алиева. И поэтому ясно, что когда Дарига придет к власти, первой жертвой будет нынешний глава Министерства внутренних дел. И поэтому Нурсултан Назарбаев знает, что Касымов человек не Дариги, Касымов человек Нурсултана Назарбаева. И пока он будет властвовать в стране, силовые структуры в лице Управления внутренних дел или Министерства внутренних дел не будут подчиняться Дариге, даже если она будет президентом страны. Они будут подчиняться Нурсултану Назарбаеву. Это как его, какая-то определенная гарантия, что Министерство внутренних дел в лице Касымова будет именно прикрывать его, защищать именно Нурсултана Назарбаева. Не будут участвовать в государственном перевороте, в новом государственном перевороте по поддержке Дариги Назарбаева. Теперь давайте поговорим о Комитете национальной безопасности. Чтобы не было у Назарбаева никаких сомнений, он первым замом назначил под Карима Масимова своего племянника Самата Абишева, как бы создавая дисбаланс, чтобы Карим Масимов не переметнулся в сторону Дариги Назарбаева. А он может. Он очень гибкий, хитрый человек, который изучил различные политические механизмы, и он в нужный момент может переметнуться, предать самого Нурсултана Назарбаева. Чтобы этого не произошло, как бы он его подпер своим племянником. Да, он слабый, да, он вообще ничего не умеет, но все равно какой-то отряд генералов находится под Саматом Абишем, они могут как бы предупредить Назарбаева, что зреет предательство. Поэтому будем считать, что он частично нейтрализовал Комитет национальной безопасности. Еще в октябре 2016 году, находясь во французской тюрьме в ожидании экстрадиции по запросу Украины, России через Казахстан, я написал серию статей под названием «Анатомия политической власти Казахстана», где я подробно описывал, что ожидает нашу страну. Именно в 2016 году, после смерти Ислама Каримова, Назарбаев планировал в 2017 году подготовить Дарику Назарбаеву на пост номер два человека в нашей стране. Но так получилось, что в конце 2016 года я вышел из тюрьмы и в апреле 2017 года объявил о создании демократического выбора Казахстана, тем самым спутав планы Назарбаева по передаче власти, а именно, точнее даже встраиванию во власть Дариги Назарбаевой, когда ей предполагалось дать позицию номер два человека в стране. И именно организация демократического выбора Казахстана препятствовала и препятствует планам Нурсултана Назарбаева строить Даригу Назарбаеву на пост президента страны и фактически превратить нашу страну в монархический строй. Монархический строй, когда власть будет передаваться по наследству. Вы все должны это понимать. Сейчас Назарбаев думает, проводить выборы в ноябре или нет. Назначать Даригу на должность президента или нет. Но у него нет выбора. Если он не сделает это в ноябре до середины декабря, то он сделает это не позднее марта следующего года. Годы уже подпирают, риски растут, и ситуация может возникнуть такая же, как в Узбекистане, когда памятники будут его снесены, все его книжки будут сожжены,
и все, что связано с именем Назарбаева, будет втоптано в грязь. И правильно, потому что он действительно, его место не на пьедестал, не пьедестале, а почетном месте, а именно там, где положено. Он разрушитель нашей страны, он нанес колоссальный ущерб. Поэтому он неизбежно будет стараться одного из членов семьи поставить на позицию номер два. И это у него нет сейчас выбора, будет Дариган Назарбаев. До тех пор, пока он не умер, он хочет балансировать. Он хочет силовиков контролировать сам. И те, кто будет его поддерживать, это тот самый Касымов. Именно поэтому он его не отдает. Он Касымова назначает и называет порядочным полицейским, хотя мы все знаем, что именно это ведомство тотально коррумпировано. Вас на улицах задерживают полицейские, требуют взятки, подделывают дела, пытают людей в тюрьмах. Это все происходит в Министерстве внутренних дел. И особенно в последние годы такой беспредел и разгул происходит именно в среде Министерства внутренних дел. И как человек, который все это возглавляет, может быть лучшим, хорошим, не коррупционером, порядочным человеком? Назарбаев назвал именно его таким только потому, что Касымов является защитником его трона. Еще в 16 году, в октябре, я озвучил, что все те, кто участвовал в преследовании Дариги Назарбаева Рахата Алиева, в преддверии назначения Дариги на должность номер два человека, будут так или иначе преследоваться или уничтожаться. Ну, собственно, мои прогнозы подтвердились буквально через 2 месяца. Я где-то в конце октября расписал, кто конкретно попадает и под эти жернова власти. И первым человеком, который должен был пострадать, был бывший глава Комитета национальной безопасности Нартай Дудбаев. Где-то приблизительно 26 декабря 2016 года Нартай Дудбаев был арестован. Якобы его обвиняли в связях со мной. Ну, вы прекрасно знаете, сейчас это для власти мое имя очень удобное, для того, чтобы расправиться над тем или иным человеком, обвинить в связях со мной и так далее. Так, собственно, и произошло с Нартаем Дудбаевым. Именно этот человек в 2001 и далее в 2002-2003 годах оказывал давление, преследовал Даригу Назарбаеву и Рахата Алиева по команде Назарбаева. И поэтому он, конечно, теперь, когда стал не нужен, Назарбаев им пожертвовал. Ближайшим его заместителем был Владимир Жумаганов. На тот момент, когда я писал этот пост о изменениях в политической системе власти, Жумаганов занимал серьезную позицию. До этого он возглавлял Комитет национальной безопасности, а затем, в 2016 году, он стал секретарем Совета безопасности, как бы куратором всех силовых служб страны. Но он был отстранен тихо в этом 2017 году, незаметно был отстранен. И он тоже был правой рукой, был Нартай Дудбаев, который участвовал в преследовании Дариги Назарбаева, Рахата Алиева. То есть, как вы видите, эти фигуры были устранены. Также я в октябре 2016 года писал, что будут отстранены от власти или попадут под режим давления Имангалит Исмагомедов, который на тот момент был вице-премьером, до этого был министром обороны. Он тоже сейчас отправлен послом в Россию. Очень важный момент, что Нурсултан Назарбаев думает о передаче своих средств, 200 миллиардов долларов США. И эти все средства реально оформлены на подставных людей. Как вы знаете, есть так называемый список Forbes. Булат Утимуратов, миллиардер, он подставное лицо Назарбаева, его кошелек. Владимир Ким. Есть такая известная тройка, евразийская группа, Шадиев, Ибрагимов, Машкевич. Они тоже являются партнерами и кошельками Нурсултана Назарбаева.
Одним из кошельков Назарбаева, номинальным лицом, собственником его активов был Кенес Ракышев, зять Имангалита Смагомбетова. Кенес Ракышев был помощником всегда Тимура Кулебаева. И на него оформлялись гигантские активы. В частности, на него оформили собственность ИБТА банк, который конфисковали у меня. На него же оформили Казкоммерцбанк. На него оформили масса разных активов. И в итоге, после моей статьи, которую я написал в октябре 2016 года, когда я подробно писал, что эти подставные лица в один день могут все активы положить в свой карман и пропасть, но Султан Назарбаев в прошлом году отобрал у Кенеса Ракышева все. И БТА банк, и Казком, все это было фактически слито в новый актив, который контролирует его зять Тимур Кулебаев, Халыкбанк. Как вы знаете, Казком за 2 тенге перешел Тимуру Кулебаеву. Вот сейчас, собственно, Назарбаев чем занят? Он занят тем, что все эти активы, 200-миллиардные доллары активы, он методично старается перестроить на зятя, на членов своих семей, на племянника, на своего брата. Но представьте себе, что его третью неофициальную жену, Асель Исабаеву, на самом деле никто не признает. Когда завтра Нурсултан Назарбаев не станет, его младший брат Булат Назарбаев, то, что на нем оформлено, он не отдаст. То же самое Дарига Назарбаева или Тимур Кулебаев. Как вы понимаете, есть большая угроза, что если к власти придет Дарига Назарбаева и не будут соблюдены договоренности, фактически его третья семья останется без средств существования, или во всяком случае основные капиталы, около 200 миллиардов долларов, будут отобраны. Но не это еще самое страшное. Страшное другое для Назарбаева. Вообще он попал в трагическую ситуацию. Он создал такую систему, когда все висит, зависит только от него одного. Когда он при власти, все хорошо. Власти нет, происходит такое мощное разрушение. И это разрушение касается всех членов его семьи, его ближайшего окружения. Они потеряют все капиталы. Я уже озвучивал, что когда демократический выбор Казахстана придет к власти, мы конфискуем все активы Нурсултана Назарбаева, его ближайших родственников, его ближайшего окружения. Это является серьезной угрозой. Серьезной угрозой является то, что даже если его родственники успеют покинуть Казахстан, есть механизм взаимодействия, когда мы как правительство, народное правительство, будем обращаться в соответствующие государства, показывать, что эти деньги украдены. На первом этапе все средства будут заморожены, арестованы. На втором этапе мы шаг за шагом вернем эти капиталы в страну. Только состояние Султана Назарбаева, как я уже многократно говорил, оценивается в сумму не менее чем 200 миллиардов долларов США. Хочу вам напомнить, что все существующие активы страны, если прибавить активы Национального банка, прибавить активы из фонда национального благосостояния, так называемый нефтяной фонд, они не превышают суммы 90 миллиардов долларов США. А у самого Нурсултана Назарбаева, только лично у него, его состояние оценивается в несколько раз больше, а именно минимум в 200 миллиардов долларов США. Это не считая его близких родственников. Как вы понимаете, если средства эти мы конфискуем у его родственников в ближайшее окружение, это будет несколько сот миллиардов долларов. Для сравнения, бюджет страны сейчас порядка 25 миллиардов долларов США. То есть фактически это будет десятикратный бюджет, текущий бюджет страны. То есть десятилетний бюджет страны. Это минимальная сумма, которая находится в руках Нурсултана Назарбаева и его ближайшего окружения. Вы понимаете, на кону что стоит? Именно поэтому он будет цепляться за власть до конца. Именно поэтому он будет расставлять те кадры, которые пусть не профессионалы, пусть плохие, пусть преступники, пусть их ненавидит народ, но он все равно будет их держать рядом с собой, собственно, как нынешний министр внутренних дел Кулмухаммед Касымов. И все такие люди, они будут все преступниками, совершившие или совершающие те или иные преступления, но удобны для Нурсултана Назарбаева.
тогда, когда на кону стоят такие огромные ресурсы, то есть судьба членов его семьи, его клана, как вы понимаете, он будет до последнего цепляться за власть. Но хочу вам напомнить, когда вы боитесь полицейских, когда вы боитесь Комитета национальной безопасности, говорите, что вот у него там полицейских много и все прочее, разве на душу населения полицейских было мало в Армении? Разве маленькие ингушетии, которых всего 300 тысяч человек, мало против них национальной гвардии, которой 500 000 человек, в два раза больше, чем самих ингушей? Но, тем не менее, в Армении произошли изменения. Изменения произошли, потому что эта власть никто не поддержал. Сотни тысяч людей вышли на улицы. А в маленькой Ингушетии, в которой живет всего около 300 тысяч человек, вышли на площадь более 30 тысяч человек. То есть более 10% населения. Поэтому Нурсултана Назарбаева не спасет никто. И его окружение, если народ сплотится и сумеет организоваться. Вы должны понимать, главная его цель – удержать власть, передать власть членам его семьи, фактически построить монархический строй. И все ваши протесты, убрать того министра и так далее, для него ничего не значит, если нас будет мало выходить при этом. Для него это будет серьезно что-то значить, если нас будет выходить десятки тысяч решительных людей. Не тогда, когда будет одиночки, когда выйдет там пару сотен или тысяч человек максимум. Когда, да, у него хватит сил расправиться с этими людьми. Но когда будет выходить десятки тысяч, этот режим ни с кем не сможет справиться. Это наша главная цель. Что изменилось за последний год? Почему именно Нурсултан Назарбаев сейчас пытается разыграть такого отца нации, доброго, умного, сильного, который думает о народе? 29 лет он не вспоминал народ, а сейчас уже все время апеллирует к народу. Говорит, что люди должны жить хорошо. Это произошло почему? Потому что на политическом небосклоне появилась организация, называемая «Демократические выборы Казахстана», которую поддерживает основная часть населения. Да, основная часть, наверное, поддерживает его пассивно, потому что у нас нет выборов. Основная часть поддерживает пассивно, потому что боится выходить на акции протеста, считая, что попадет под репрессии. Но я еще раз снова и снова возвращаюсь к примеру Армении, когда только в одном городе Еревана вышло на улицы 150 тысяч человек. И власть ушла, сдала свои полномочия мирно. Мы все должны понимать, что именно таким образом можно добиться смены власти, именно таким образом можно как минимум добиться того, чтобы власть услышала свой народ. И сейчас давайте мы поговорим о демократическом выборе Казахстана. Что есть у нашей политической организации? У нашей политической организации есть политическая платформа, которая предполагает полную реорганизацию политического строя страны. Когда мне задают вопрос, а вот вы, Аблязов, придете к власти, вы, наверное, станете вторым Назарбаевым, вы опять все будете тоже хватать себе в карманы. Я по этому поводу много раз говорил. Не нужно слушать клятв никого. Ни Назарбаева, ни кого-то еще, ни Аблязова. Нужно построить правильную политическую систему, которая исключит такие действия, исключит такие риски. Когда мы построим парламентскую республику, когда не будет должности президента, когда премьер-министр и министры будут назначаться депутатами, которые будут избираться народом, все эти риски, они исключены. Если премьер-министр или министры начинают воровать или плохо управлять страной, то парламент страны в один день отстранит действующий кабинет министров. В один день. Вот вам главная гарантия того, что это не повторится. То есть гарантия является сама политическая система. Это уже опробировано во всех ведущих странах мира. Максимум 4 года, когда эта власть может поработать, и потом, если она плохая, на следующих выборах за нее никто не голосует. Это первое. Второе. Мы говорим не только о политической системе.
именно у нашей организации, у Демократических выборов Казахстана, существуют различные программы, экономические, социальные программы. Мы ясно говорим уровень оплаты труда. Мы говорим четко, какой будет размер пенсии, пособий и так далее. При этом это будет минимум в 5-7 раз выше относительно того, что есть сейчас. И мы говорим источники, откуда будут взяты эти средства. Это не популистские программы, это абсолютно реально, потому что в качестве ориентира мы взяли несколько стран, которые вместе с нами были вчера в Советском Союзе. Это Литва, Латвия, Эстония, которые сейчас по уровню жизни значительно превосходят Казахстан. И второй пример. Мы взяли такие страны, как Чехия и Польша, у которых минимум в 1,5 раза доход на душу населения выше, чем в Казахстане. При этом это среднеевропейские страны. Вот это абсолютно реальный ориентир в наших программах. Третье. Кто-то говорит, а вдруг завтра будет хаос? Как будет происходить управление страной? И по этому поводу мы тоже написали четкую программу. Мы говорим, что период до тех пор, пока власти будет назначено новое правительство, около 6 месяцев, будет работать временное правительство. Временное правительство организует выборы в течение 6 месяцев, в котором будут участвовать самые различные партии, десятки и сотни. И вы можете сделать свой выбор, избрать тех депутатов, программа которых вас устраивает, которым вы доверяете. То есть мы, как политическая организация «Демократические выборы Казахстана», даем четкие направления, что будет страной, какая будет страна, в какие сроки это будет сделано, какие будут реформы. Это будет рыночная страна, это будет демократическая страна по образцу ведущих стран мира. Именно по образцу ведущих стран мира, где жизненный уровень является очень высоким, где защищены права человека, в первую очередь, где нет ущемлений ни по вероисповеданию, ни по национальному признаку, ни по профессиональному, нет никаких ущемлений. Мы хотим построить справедливое общество, где именно народ выбирает свою власть и контролирует. Поэтому цель сегодняшнего выступления была показать, чего хочет Назарбаев. Он хочет построить монархический строй. Он хочет вокруг себя оставить преданных людей, преступников, которые не работают народ на народ, они работают на него, они носят ему взятки, они вместе с ним построили коррумпированное государство. И выбор за вами, уважаемые сограждане. Сейчас многие из вас пассивны, многие из вас говорят, а что мы можем сделать? Мы можем сделать очень простые вещи. Мы можем объединиться и добиться мирной смены власти, как это произошло в Армении. И политические организации, которые в состоянии это сделать при поддержке народа, она есть. Именно поэтому сегодня эта власть лихорадочно пытается сделать какие-то шаги, оправдывая свое бездействие, создавая видимость действий. Именно поэтому, потому что она видит перед ней конкурирующая структура, политическая сила, демократические выборы Казахстана, идеи которой все больше и больше проникает в народ, и наступит скоро очень то самое время, когда эта власть рухнет. Поэтому я призываю вас объединиться вокруг демократических выборов Казахстана и повторить успех Армении. Саламу алейкум, до встречи в следующем эфире.